Новая задача. Есть сумка. Она тоже handmade. Это сделано из кусочков обивки магазинной, каталожной. Вот. Но у нее вот такой вот подклад. И меня попросили переделать этот подклад. Мне не нравится вот такая ткань в сумках. Она всегда рвется. И вообще не очень приятная на ощупь. Вот. Я сделаю хлопковую. Возможно, даже сделаю кармашки. Вот видите, как она, эти кусочки. Так. Первым делом мне нужно будет отпороть этот подклад. Я его оставлю, чтобы не измерять. Потом сделаю по нему такого же размера, сделаю свою подкладку. Так, я отпорола подклад. Эту ткань я взяла за новую подкладку. Я здесь обработала края. Это вверх и вниз. Боковые пока не обрабатываю, я их вместе обработаю. Также я хочу сделать кармашек накладной. Подобрала вот такую вот ткань контрастную. И кармашек будет на замочке, чтобы ничего из сумки не вываливалось. Замочек, ну, как видите, это реюз уже. Вот, но он хорошо работает, он вообще с советской какой-то юбки. Поэтому будет еще служить и служить. Я отметила и пришила. Вот. Так как изделие уже сделано, и чтобы лишний раз там много всего не распарывать, низ я оставляю не сшитый. Его я сшивать буду в последнюю очередь. Сейчас я буду пришивать подклад вот к этой части сумки. Подклад вывернула. Теперь мне нужно еще сюда кнопочку посадить, потому что здесь не было никакой застежки. Кнопочку магнитную возьму. Вот такой вот план. На самом деле кнопки срезаны из сумки. Их легко можно отделить. И после этого, после того, как кнопку сюда посажу, я сделаю, подошью вот этот низ.